Привет, дорогой друг, с тобой снова я, Офинерс. Добро пожаловать на канал, рад тебя видеть. Сегодня мне пришла в голову одна очень интересная идейка. Что если мы с тобой побудем в роли не человека, который тащит каточки, а человека, который эти каточки сливает? Но не просто фидя, да, либо еще что-то делал. Нет, мы будем смотреть с тобой на моральное состояние игроков на русском сервере. И потом это дело сравним с игроками в ИСТА. И сможем определить, какой же комьюнити лучше, и правда ли в ИСТе и РУСЕРВЕРе есть какая-то разница. Именно поэтому мы сегодня с тобой поиграем за Нуну в лесу и будем максимально быть таким неприятным лесником. То есть мы будем воровать тележечки, мы будем мисплеить ганги, допускать ошибки и посмотрим, как на все это дело отреагируют ребята. Так что усаживайся поудобнее, приятного тебе просмотра, отличного времяпровождения и поехали катать! Но перед тем, как мы начнем, хочу тебе рассказать про одну интересную группу ВКонтакте. Группа называется League of Legends турниры 5x5. Она появилась совсем недавно, и основатели этой группы хотят проводить любительские турниры по Лиге Легенд. Призовой фонд ближайшего турнира — 1000 рублей. В нем могут принять участие кто угодно. То есть даже ты можешь со своим другом там договориться, собрать компанию, команду и ворваться на этот турик, попытать свое счастье и удачу. Возможно, что-то заработать, ну, как минимум, тебе будет какой-то интересный, необычный опыт в Лиге Легенд, ведь ты, наверное, устал уже от обычных солку игр. Плюсом, на этом турнире финал буду комментировать я, так что если ты выйдешь в финал, ладос тебе откомментит игру, это круто. Турик будет проходить 20 января, начало 18:00. Если интересно, ссылочка в описании под видео. Сегодня мы с тобой поиграем за Нуну в лесу. Но это будет непростой видосик, я хочу провести некоторый эксперимент. Такого мы еще с тобой не делали, да? Мы привыкли с тобой делать разного рода гайдосики, видосики, стоять, там, потеть, тащить и так далее. Сегодня же мы с тобой попробуем, наоборот, поиграть за плохого лесника, за лесника, можно сказать, руинера. Короче, попробуем побыть в роли... Ну, такого пацана очень веселого и прикольного. Ну, и это скорее даже будет антигайд, то, как не нужно играть. В общем, идея следующая. Мы с тобой будем смотреть, как же игроки справляются, ну, с тяжелой ситуацией, да? Как вот морально они переносят трудности, тягости. Для примера, например, мы будем сейчас забегать на топ-лейн, либо еще на какой-то лейн, и воровать телеги. То есть мы не будем гангать, мы не будем хорошим лесником, который тащит каточку. Мы, наоборот, будем воровать телеги и мешать нашим тиммейтам хорошо играть. Предвижу кучу хейта, сейчас сразу скажут, что ты делаешь? Ребята, я специально стартанул не ранкет игру. Это у нас получается нормал. То есть ничьё ЛП не пострадает. Это лишь всего лишь эксперимент посмотреть, насколько ребята справляются с тяжелой ситуацией. Начнем мы с ру-сервера, а потом посмотрим, как то же самое проходит у нас на ВСТе. Вот, я начинаю сначала стандартную зачистку. Ничего не, как бы, предвещает беды. Мы сначала начнем с простого, ну и потом потихонечку будем все глубже и глубже прогрессировать в нашем таком троллинге. Короче, поиграем за тролля сегодня. Должно быть очень интересно. Поэтому усаживайся поудобнее сразу, да? Делай себе кофеек, чаек. Это будет интересно. Так, мы видим то, что, в принципе, ничего нету. Но давай сначала просто выходим на ганг. Типа, гард думает, опа, опа, ну, что такое, типа, ганг не удался, ну, бывает, да? Ну, мало ли, у лесника не пошла игра, ну, не получилось загангать, вот. Поэтому мы идем, в принципе, в лес, и, видишь, гард первый у нас ганг, мы так легонечко начинаем, он переносит вполне нормально, то есть, ну, нормально, обычный лесник, да, что-то пошло не так. Сейчас мы это, как бы, будем еще... все дело усугублять. Потом пойдем тележку у него возьмем и так далее. Я еще думаю, что сильно скажется, если ребят, допустим, проверяли Элла. Представь себе, на этом аккаунте у нас челленджер, и челленджер-лесник начинает такой... творить такую дичь. Вот сейчас идет как раз-таки пак с тележкой. Мы с тобой сразу заходим на топ-лейн. Так, заходим, заходим, заходим. Постоим сейчас в кусту. Ну, бедный Гарон, честно, я ему сочувствую. Не повезло пацану. Так, заходим в куст. Видим телегу, да? Начинаем, типа, выезжать на ганг. Хопа. Так, тихо. Ну, вроде он держится. Вроде пока Гарон в порядке. Я не вижу от него сообщений, у него все нормально. Ну, типа, не пошла игра. Там его заканчивается. Его все-таки убили. Я не знаю, мне кажется, выиграть такую игру уже невозможно, ребят.
Мне вот с одной стороны хочется провести такой эксперимент, посмотреть, что будет, с другой стороны реально жалко пацанов, ну потому что, блин, парень стоит на топе, у него и так проблемы, а мы еще ходим телеги воруем. Ну отдать должное, Гарн уже сдерживается, да, то есть он до сих пор не паникует, он там не пишет в чат, не ругает лесника, что у него плохой лесник. Молодец, молодец, реально молодец. Вот нужно как бы быть хорошим игроком, нужно быть адекватным, и его как бы сдержанности можно позавидовать, потому что парень реально старается. Так, не дает, так сказать, волю эмоциям. Ну, сейчас можно попробовать лесника для разнообразия вражеского наказать. У нас такой небольшой ловушечка. Небольшой ловушечка, да? Так, кушка 4 секунды. Я его не съем никак. К сожалению. К сожалению, никак. Никак. Что ж такое-то, а? Гарн, давай. Мы можем ее забрать. Молодцы, хорошо. Все. Тут надо Ой-ой-ой. Блин, ну, я вэшку в стену случайно дал. Ладно, пошли забэкаемся. Сразу возьмем себе ботинки. Наша задача-то как врываться, собственно, да? Проверять, на что способен наш Гарн. Поэтому мы с тобой возьмем сразу ботинки пятые, чтобы побыстрее забегать, почаще заходить на линию. Ну, у него прям вообще проблемы, я тебе скажу. У него Ривен что-то прям вообще разрывает. Пошли тогда сгоняем на бутлейн. Посмотрим, как бутлейн у нас справится. Топлейн пока держится. Тем более он отлетел. У нас есть время как раз гонять на бот и проверить. Там идет пак с телега? Нет, пак с телега не идет. Ну, мы сейчас просто выйдем на линию и заберем всех крипчиков. Такой, знаешь, прям просто плохой лесник. Бэд джанглер. О май гад. Так, выезжаем. А чё? Началось? Начало положено. Так. Хорошо, но видишь, как бы люди разные бывают. Вот у Гарна как бы нервы стальные, мы с тобой видим. А на бодлейне что-то ребята у нас менее серьезно настроены. Не, может, на победу-то они и настроены, но, по крайней мере, меньше умеют контролировать свои эмоции. Делаем еще один ганг. Тихо. Давай в последний момент сейчас. Но не получилось то, чего я хотел. Блин, зачем они развернулись? Ну, не надо было разворачиваться. На! Сложно не доигрывать. Мне так хочется подраться с ними. Но не получается. Это очень печально. Ладно, посмотрим, что сейчас из этого выйдет. Так, давай заберем хотя бы тележку опять. Ну, эту тележку... Опа, молодец, поймал. Хорошо, мы уходим. Трэш, прости, братан. Сори, сегодня я плохой лесник. Так. Слушай, ну с Трэшом даже поинтереснее, чем с Гарном, скажу я тебе. Пошла жара, я же говорю, все будет усугубляться. Недовольны, тихо. Почему? Давай пообщаемся. Почему? Спросим. Чем они недовольны? Что им не нравится, да? Ну вот понятно, лесник не доигрывает, да? Ну не пошла игра вот у меня, что делать? Зачем так жестко хейтишь? Так. Потому что ты не играешь на мастер, очень плохие ганги. Сори. Сейчас посмотрим. Так, ну вот ботлейн, по крайней мере, у нас дает ответку. Пошли на мид сгоняем, там как раз телега. Просто сейчас словим 5 репортов. Сам себя зарепортил. Тихо. Ну, мидер опять же никак не реагирует. Я просто в шоке, на самом деле. Я думал, начнется моментальный хейт. Типа, вот как на ботлейне, да, что ты... Но ботлейн тоже еще не с первого раза. Они более-менее адекватные. Ну, то есть, пока что мы видим, что, в принципе, реакции у ребят вполне адекватные. То есть, ребята что там делают? Сейчас попробуем зайти сюда. Давай, смотри. По тактике делаю, пацаны. Хорошо. Ну, надо как бы уж не совсем тролльбасить, да? Мы с тобой будем сейчас играть. Все, вышли на ган. А? Красиво, видишь? Игра-то тащится. Что творится, господи? Не, ну, ботлейн у нас пока что самый такой менее адекватный, получается. Не то, что, опять же, говорю, не неадекватный. Они, в принципе, адекватны. Они просто...
реагируют более жестко на наши действия с тобой. Так, ну это еще, кстати, интересный способ посмотреть, как обычным новичкам, например, да, вот игрокам, которые приходят в лигу, тяжело ли, стоит ли бояться ошибаться, да, вот, например, ты пришел, начал, пошел там в нормал, я вот сейчас в нормал играю, это не ранкет. Здесь рандомные элло, совершенно рандомные ребята, и вот представь себе, ну, ты решил поиграть за нун, например, у тебя что-то пошло не так, что делать, ну, как бы, тебя будут ли хейтить, будут ли ругать? Ты говорит, нормальный ну-ну, крипов фармить, когда дерутся. Разве? Так. На бутле. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Не, ну пока такая, типа, напряженная обстановка, пока только начинает формироваться мнение о леснике, понимаешь? То есть ребята стартанули, все хорошо, но вот о нас пока еще никто толком не понимает. Ну, Гарн вообще, такое ощущение, парень просто с остальными нервами, он вообще никак не реагирует. Мы несколько гангов просто заходим в него, забираем телегу, и вообще все равно. То есть Гарн просто красавчик. Реально красавчик. Я говорю, а мы потом еще в дальнейшем посмотрим, как вот ребята уже из свиста будут реагировать. Потому что говорят, вот ру комьюнити плохое. А Вест, типа, нормальный сервер, да? Типа там ребята совсем по-другому общаются и так далее. Вот мы как раз-таки и сравним. Так, подставил я здесь Лебланку. Ну, пока что вполне адекватные ребята. То есть это не какие-то там подкрученные, да, не мои зрители. Это вообще непонятно, какие ребята, просто обычные ребята, которые играют в игру, и вот им попался такой крутой в скобочках лесник. Ну ладно, своровали мы линию, типа неплохо, пойдем на топ, посмотрим, что там. И до чего же в итоге-то дойдет все это дело? О, выбили флеш, вообще неплохо. И, кстати, еще хочу заметить, вполне играбельная ситуация, да? То есть мы, даже несмотря на то, что у нас все не очень, грубо говоря, идет, так, не очень хорошо, суммарно, все в порядке, топ-лейн не тилтует, мидлейн тоже нормальный. Единственное, только ботлейн нас начинает что-то там рассказывать, что-то злиться там и так далее. Но, опять же, вот отдать должное, ребята с бота, если начинают какой-то вот негатив проявлять, они, в принципе... ну, более-менее адекватно, да, то есть они, как говорят, мол, ты там дерешься во время файта, да, мне не просто там говорят, что ты там такой там, иди отсюда, туда-сюда, там, родителей водил в кино, нет, они просто спокойно говорят, типа, да, ты не прав, ты сделал то-то. Ну, в целом, пока что адекватная ситуация, я доволен результатом. Так, ну как видим, они уже сами между собой там общаются. Это просто есть такой тип людей, которые вот любят поболтать. Они заходят в игру, и им важно именно не сам факт игры, да, а вот общение. То есть там с противниками, с тиммейтами, с кем угодно. Они вот общаются, ведут диалог, и им это нравится, им это интересно. Самое интересное, я еще думаю, будет, что у нас в лейте, потому что в лейте есть тоже парочку прикольных моментов, которые можно придумать. Вадим там заинициировал, убежал. Да? Ага, она пересматила, окей. Не досматил я немножко. Так. Бэкаемся. Просто бэкаемся. Ладно. Просто бэкаемся. Пошли, теперь пошли. Не, ну а декерри здесь надо забирать 100%. Как бы это наш парень. Все, изи, съели. Красиво. Мне кажется, трэш точно сегодня не выдержит. Вилм. Во-во-во-во-во-во-во. Ты такое... Что? Нет, трэш, мы, ребята, мы нашли чувака, у которого, мы нашли того самого парня, которого так долго ждали. Вот он, будем теперь без глаз, Стериль говорит, что не так, что не так. Хорошо, сейчас посмотрим, как он отреагирует. Но уже понятно, как он реагирует. Типа, будем играть через ботлейн. Гарен просто красавчик, мег выносливый парень. А вот на боте у нас трэш, так это прям... Пытается нас задеть, зафлеймить. И сейчас будем к нему почаще заходить. Пошли, пошли еще разок. Что не так, бро? А, так, что не так? Бро. Мне интересно просто понять, что он будет делать. Будет ли он нам писать? А, все, видишь, он нас начал флеймить. И начинается. Выполнять задание. Молодец, хотя бы задание выполнил. Пошел заромить. Хорошо. Встаем в куст, смотрим урон. 600 чистого урона, плюс кушка. В принципе, мы тележку должны легко забрать.
Просто бежим. Так, ну, кстати, они могли Ирелю забрать, если бы не я. Мне кажется, они бы ее забрали. Постоим сейчас немножко, посмотрим. Ну, Ирелия тоже что-то написала, но более-менее вот там в основном только трэш. Там трэш поджаренный, я вот так называю. Забираем тележку, уходим. Минус трэш. Трэш отлетел. 1-5. Типа, Ирелия тоже. Не, ну, вы, ребят, вот мы дошли ту самую линию, через которую стоило играть. Тот самый контент. Так, я думал, топ-лейн сгорит. Нет, сгорел бот-лейн в итоге. Но мы еще, может, выиграем. Типа, счет 15-11, все в порядке. Заходим на линию. Просто заходим на линию. Так. Помогаем отпушить. Хорошо. Помог отпушить. Какой злой Владос, а? Такой, знаешь, злой Санта. Хороший лесник — это... хороший Санта, да, он дарит тебе подарочки, он дарит тебе ганги и так далее. А это вот плохой Санта, который дарит тебе негатив и просто сливает катки. Нет, на самом деле мы катки не сливаем, просто забираем телегу. Типа, смотри, чувак, просто это такое. Репорт его. Да за что? Да за что, лол? Типа нормально играю, просто стараюсь. Так, на боте там экшен. Мы, естественно, отходим. Отходим, 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 отходим. Как бы нам так аккуратненько бы все это сделать. Ну, на самом деле, мы могли бы их забрать сейчас. Если уж на чистоту. А! Флэш! Уходим! Нет, не получилось. Ну ладно, хотя бленку забрали, уже неплохо. Так, давай сразу тогда соберем себе броню мертвеца. Ну, понятное дело, что в этой игре о победе даже и мыслей нету. Ну, потому что шанс, что мы победим, только благодаря тому, что команда затащит. Так как я, в принципе, играю немножко другого лесника, да? Другой принцип. И тут чисто задача, вернее, надежда на ребят. И понятное дело, что шансов у нас не так много победить. Но все равно шанс есть, и будем надеяться на победу. Но при этом не будем забрасывать ботлейн. Будем почаще ходить на бот. Будем смотреть на реакцию трэша. Да, трэш пока что держится. Он все еще держится. 2-2. Кстати, счет-то у нас нормальный. У нас фарм 92 против 92. Вполне отличный лесник, нормальный. Никаких претензий нету. Так. За исключением парочки телег. Угу. Уходим на бэк. Че, трэш опять взорвется, мне кажется. Это трэш на ифов нажал. Так. Трэш не выдержал. Не выдержал парень. Все, нервы сдали. О май гад, что творится? Просто лига троллинга. Кстати, дружище, напиши, как тебе такой формат? В плане того, что там потроллить в нормале, проверить ребят, как они реагируют. То есть, много ли хейтят, мало ли хейтят. Потом все это дело там с Вестом, например, сравнить и так далее. Если есть так, как бы нравится формат, обязательно напиши, поставь лайкосик. Буду очень сильно признателен, благодарен тебе. И если не нравится, обязательно напиши почему, либо как бы ты его дополнил. Потому что это вообще экспериментальный видос. Это вот первый раз мы... первый раз вообще на канале подобное пробуем. Мне просто реально стало интересно, вот как все это дело будет происходить. Думаю, тебе тоже. Так, 100% говорит, ну, нажал нет. Ну, понятное дело. Кто же еще? Давай. Хорошо. Съедаем бот. О май гад. Как же ботлейн реально вот подгорел. Это просто жесть. Смотри, она пытается у меня своровать. Но у меня невозможно своровать. Я специально взял Нуну, чтобы у меня не было возможности своровать. Так. Я вообще не тестирую в ранкеде. В ранкеде, понятное дело, там бы все еще усугублялось. И был бы вообще там просто печально, да? Чувак просто начал... О, кстати, она своровала птицу. А чувак просто начал троллить. И бегать со мной вместе. Пытаться забирать мои бафы.
У меня куха 1000 урона чистого доносит. Смотри на него. Даже, говорит, не как серебро. Он играет как фрик просто. Говорит, с таким делом не хочется иметь. Недоволен трэш-игрой. Не знаю, что им не нравится. Вроде неплохой счет. Вроде у нас все неплохо. Уходим, уходим, уходим. Трэш отлетел. Мне... Мне реально жалко, ребят. Ой, гад, бедные пацаны. Бедные чуваки. Вот же выпала ноша. Ну, вот серьезно. А вот если я просто новичок, вот... Но, а как я бы лучше отыграл? Понятное дело, что я могу лучше прямо вот сейчас, допустим, там, да, начать там тащить всех, нагибать. Но это... А если я новичок? Вот, ну, не все-таки неправильно. Он так жестко хейтит. Я конечно, понимаю, что с точки зрения правильной игры, да, понятное дело, там очень много глупых ошибок, типа, делаю, да? И так далее. Но все равно, ты же... Ты мы же в нормале. Это нормал. Это просто нормал, это не ранкет. Здесь... зачем так жестко хейтить? А если я просто новичок? Не знаю. Вот Гарану в респектос просто. Гарану хонор дам, красавчик. Какой у него ник? Сэдж Роулинс. Красава. Просто красавчик парень. Сдержанный, играет. Никому в чат не пишет. Сосредоточен максимум на игре. Там, не знаю, тренируется он на карне. Не тренируется... Но все равно, даже несмотря на то, что он сливает, да, даже несмотря на то, что у него все не очень хорошо. Молодец, морально не подводит команду, не напрягает, все четко. Красавчик. Вот еще и не нажал FF. Кто не нажал FF, тот красавчик. Так. Блин, ну тут уже не убежишь, наверное. Могу вот ультануть немножко. Ну все, я уже реально не могу, они слишком нафижные. Там 7-4 ботлейн, там Ривен 8-1. Это, конечно, тяжело. Ну, мастер. Сейчас оттащит. Да, что не так? Что не так? А что не так? Причем, заметь, он целенаправленно цепляется. Цепляется именно Кэлла. Его вот задело Элла, что типа у меня, хотя у меня даже не мастер, у меня типа челленджер, он, наверное, рамку видел, что у меня рамка мастер-тир. На самом деле, у меня-то типа челленджер, он цепляется к Элла, типа вот все. То есть, я не знаю, если бы, скажем, на моем месте был бы чувак пониже Эллом, интересно, как бы он, как бы он отреагировал, вот был бы, например, у меня там бронза. Жалко, я не могу протестить, у меня нет аккаунта низкого уровня. Но все равно интересно, как бы, да? Главное, мы нашли пацана, который сгорел. Прям аж интересно. Вот реально на высоте будет меньше хейта. Ну, конечно, тут нужно много игр отыграть, чтобы наверняка сказать, правильно? Потому что люди разные бывают. Вот тот же Гарн вполне адекватный парень. И причем вот взять нашу игру, у нас здесь хейтит только ботлейн. То есть только два человека. Остальные-то вполне адекватные, правильно? Вот, мы даже камбэкнули. Ну, вот у нас же есть здесь, получается, Лебланк. Она вроде ничего не пишет. Вот именно трэш больше всех. И на втором месте уже... Так. А на втором месте уже именно Ирелия. Кстати, что за мета? Ира в АДК. Интересный вопрос. Теперь стали к ним уже цепляться. Других лейнов не было. Понятно. Понятно. Ладно, поехали. Еще один заход на бот. Я думаю, он обрадуется нашему приходу. Чувак сейчас просто опять пойдет лес забирать. Смотри, я уверен, он сейчас придет на волков. Нет, не рискнул, не пошел. Почему? Непонятно. Ненавижу, говорит, за сапов играть. То тебя, говорит, вообще... А тебя, говорит, вообще ничего, типа, не зависит. Ну, почему же? В 1-9 на бутлейне зависит. Можно проиграть игру. Так-то. Зависит. Зависимость есть. Так. Берешь Ясы на мид, Ривен на топ, мастера в лес, и идешь, ломаешь всех. А, ну я понял, это у нас ESO плеер просто на саппорте. Хейтер.
Так. Так, все. В очередной раз умирает. Yasuo плеер. Ё-моё. Ладно, давай возьмем за зерот. У нас, возможно, есть еще шансы. 3-4-2. Все неплохо. Боремся. Смотри, какой скоростью собаки на четвереньках бегают. Просто жизнь. Неужели нас несут так быстро? Я не знаю. Хотя, а чё удивляться, да? Чему удивляться-то? Снесут и снесут. Да чё-то как-то быстро просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3-4. Нормально. Ассисты еще есть. Все жестко. Поехали. Давай, отдефаем. Мы еще можем отдефать. Мы еще поборемся. Хорош! Нормально. Трипл килл. Вот видишь, мне как бы подняли мораль пацанам. То они уж совсем рассыпались в плане морали. Так. Давай сразу ульт. Ульт, 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 ульт. Ну, давай, давай, братан. Хорош. Все. Сдержали оборону, сдержали натиск. Возвращаемся назад к этой к базе. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вообще-то так мы нормально идем. 132 крипа, 3-4-5. Не понимаю, за что нам хейтят. Все же хорошо. Сдаться. Нет, не хочу сдаваться. Мы играем до последнего. Мы играем до конца. Опять же, даже... Ух, нифига себе, какая скорость. Жесть. Круто. Причем, вот еще один момент хотел заметить. А представь себе, я, допустим, играю за... ну, тренируюсь играть за Нуну, да? Вот, предположим, даже если я не там какой-то... Ну, даже если я мастер-тир, вернее. Но я просто учусь играть за Нуну. Неужели так нужно хейтить жестко? Непонятно. Так... Никого здесь не видать. Все куда-то ушли. А, ну, понятное дело, они барона берут. Нас трэш просто, грубо говоря, отказывается уже играть на таком этапе. Что я считаю, ну, не очень правильно. Нужно как бы продолжать играть в любом случае. Смотрите, говорит, ну не убивайте меня. Представляешь, что пишет? О май гад. Что ты делаешь? Просто посмотрите на этого человека, а? Я в шоке. Что творится? Они его, кстати, начали грызть, вернее, крипы, походу, начали его убивать. Но трэш реально тральбасить начал. Просто жестко тральбасить. Чувак чисто сгорел и начал троллить. А, игнайт кинули. Леона убила в спину просто. Предательство. О май гад. Ну ладно, давай. Значит, финальный файт, пацаны. Финалочка. На победу. И будем заканчивать. Так. Ультую. Хорошо. Пошел импакт. Давайте, ребята. Давайте. Гарант борется до конца. Ну, проиграли мы файт. Вот такой у нас получился видосик, дружище. Экспериментальный формат. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк, пиши свой комментарий. Нравится, не нравится, что именно, как изменить, как допилить в описании. Ну, то есть в комментарии. Пиши обязательно, буду очень рад почитать все это дело. Пока-пока.